Йо, братва, с вами Судья Злэпер, и в этом видео я покажу вам все классовые мечи, все рефоржеры и как работают все пыльки. Не будет задерживать, и мы начинаем. Сначала хочу сказать, что все эти вещи мне выдала администрация, и они будут удалены после ролика. Также теперь перейдем к вопросу, а где же взять все эти классовые мечи? На сайте, на спавне есть сундук, и его можно открывать. И шансом 0,50% может выпасть классовый меч. Но тут тоже есть свои но. То есть я играю за разбойника, вот, меч разбойника. И, например, я никак не смогу получить меч берсерка. Он у меня есть, потому что мне его выдали. То есть вы не сможете, будучи разбойником, зайти на H и купить оружие на мага. Так не получится. Но, если вы разбойник, и на аукционе будет такая же сабля на разбойника, вы сможете ее купить. Также есть мечи, которые доступны всем классам. То есть, например, это деревянный меч, у меня его нету. Но он доступен всем классам. Его используют, соответственно, все классы. А посмотреть классы можно, видеть на предмет. Класс, и тут написано класс, вампир, маг, ассасин, танк, серк и все остальные классы. И с вот этого сундучка можно выбить только меч своего класса. То есть вы не сможете выбить отсюда меч берсерка, будучи разбойником. Давайте теперь покажу, как же работают пыльки. Вот есть такие пыли легендарного слияния, пыль улучшения, пыль объединения и пыль расщепления. Как же они работают? Все делается вот тут вот, в торговле. Здесь есть NPC улучшения. На каждое оружие можно наложить по 2 легендарные и по 2 обычные пыли. Вот такие вот пыли объединений. Давайте мы попробуем наложить сначала на обычный меч. Мы должны наложить саблю и пыльку. Давайте наложим легендарную пыльку, давайте их растакую. Оп, подтверждаю. И у вас проходит такая вот анимация, что это типа загрузки. Вот здесь шанс 30%, и она может не прокнуть. У меня был приспешник 1. Давайте посмотрим потом, что она сделает. Я покажу вам еще одну легендарную пыль. Лимит максимум на один меч, 2 легендарные и 2 обычные пыли. У меня был вампиризм и приспешник. Все это можно посмотреть вот тут в Fuck You. Команда Fuck You, то есть типа гайд. Можно посмотреть, что тут есть компания, все на разные оружия. Смотрите, приспешник — это сейчас то, что рядом с вами заспавнятся мобы. То есть вы можете призвать себе бойцов. Суммонер, короче. А вампиризм, вы когда кого-то бьете, вы восстанавливаете свое ХП. Давайте посмотрим, что может быть на другие мечи. Вот, например, сейчас мне выпал приспешник опять. То есть такая же штука. Но вдруг она вам не понравилась, и мы хотим ее убрать. Мы для этого используем пыль расщепления. Мы ее ложим и нажимаем кнопку «Подтвердить». Она снимает последний рефорж, который был наложен на ваше оружие. Также теперь мы можем заново наложить. И у нас и будет очень даже хорошо. Давайте его сейчас наложим. И приспешник 2. Опять не повезло. Но мы можем взять пыль улучшения и нажать кнопку «Улучшить». Но так как это уже максимально, мы не сможем улучшить. Но вот вампиризм 2 или же приспешник 1. Мы можем улучшить на 3 уровня. Поэтому сейчас мы улучшили приспешник до 2 уровня. То есть вот так работает по улучшению. Вы можете качать уровень своим штукам. То есть вот образом вы выбили очень бобовую вампу 3, ой, вампу 2, и вы сделали вампу 3. Теперь этот меч нереально жесткий. Давайте также сейчас сделаем такие же манипуляции с другими оружиями. Наложим сюда 3 легендарную пыль, потом наложим обычные пыли объединения. Наложили сопротивление, а это очень бобовая, насколько я помню, штучка. Давайте мы ее сразу улучшим. Я покажу вам, как она работает. Мы делаем пыль улучшения. Подтверждаем. Кстати, это легендарная, по-моему, выпала. Да, вот это легендарный цвет. И у нас теперь сопротивление 2. Работает это как защита. Здесь что-то не показывается, но когда вы держите этот меч в руке, у вас защита 2. То есть вам сносят не 5 сердец, а где-то 2 сердца. То есть это очень имбовый меч сейчас. Ну, не учитывая приспешника, приспешника можно было снять. То есть как делать топ мечи? Вы берете меч, накладываете на него легендарную пыль, ну или обычную пыль, которую я покажу, как работает позже. Вампиризм 3 выпал. Это очень хороший чар, поэтому накладываем сразу 2 лег пыльку. Давайте мы ее откроем. И с этой легендарной пыли нам выпадает приспешник 2. Приспешник нам не нравится, и мы накладываем пыль расщепления. Вот так это все работает. То есть, смотрите, мы можем сейчас наложить сюда опять легендарную пыль. Я это последнюю, наверное, пыльки трачу, потому что надо на броню показать, как она работает.
Ну, давайте наложим сюда. И у нас получается сила 2. Это очень имбовый меч. Этот меч дает вечную силу 2. Это просто бешеный урон. А также еще вампиризм 3. Самый лучший меч, как я считаю, это сопротивление 2 и сила 2. Но вампа 3 и сила 2 это тоже очень имбовый меч. Так что давайте, по-моему, сюда наложить рефорджи обычные. Уложим сюда меч. И пыль объединения уложим обычную. Она шансом 30% только добавляет. Видите, у меня не прокнуло, и она не сработала. Поэтому мы накладываем еще раз. Давайте мы пробуем. Получилось? Нет, опять не получилось, опять не прокнуло. Давайте еще раз. Там шанс 30%, поэтому очень много не проков у нас происходит. Шанс наложения этой пыльки довольно мал. Так что можно удивляться, что оно не прокает опять. Уже 4 не прока подряд. Капец. Надо бы сделать 5-ю. Вот она уже наложилась. У нас получился уголек 1. Но обычной пыли можно кладывать тоже 2. То есть можно иметь 4 чара на броне. Давайте попробуем. Так, не получилось. То есть этих пылек очень надо много, чтобы сделать топовый меч. Этот меч сделан на мага. Но это не важно. И ускорение 1. То есть этот меч нам дает скорость 1, силу 2, поджигание и вампиризм 3. Также можно прочитать, есть команда slash fuck you, и здесь можно прочитать, что дают абсолютно все штучки. Но давайте не будем тратить время и начнем броню. Я сниму броню с себя и наложу на нее легендарные пыльки. Попробуем наложить на куртку безумчика легендарную пыль слияния. Это сейчас наложит у нас легендарный рефордж. И что у нас получилось? Рюкзак. О, это фигня бесполезная. Но довольно прикольная. Но, к сожалению, это нам не нравится, поэтому мы одеваем пыль расщепления и подтверждаем. Вот вы посмотрели, как работает рюкзак. Давайте сделаем еще одну легендарную пыль на наш нагрудник. Эти мечи мы тоже потом качнем. У нас остались пыльки как раз на них. По одной легендарной. Оживление 1. Давайте прочитаем факю, что оно делает. Ну, вот так просто пишем. Раз в секунду становится 1 хп. Это регенерация. Давайте я наложу сюда обычную пыльку улучшения. Надо поменять местами. А что будет, если я положу сразу много? Мне вот интересно. А, ну просто потратится одна штука. Защита 1 мне выпала. Можем уложить еще одну штучку. У нас... Мы потом можем положить пыли улучшения и улучшить. Но не будет что-то делать. Давайте улучшим штаны при помощи обычной пыли. С обычной пыли может выпасть защиты всякие и всякая такая вот фигня. Так, пока ничего не получается у нас. И, как вы заметили, эти пыли работают довольно редко. Но, надеюсь, у нас что-либо прокнет. Чтобы показать, как работают обычные пыльки на броне, то у нас ничего не получится. Так что давайте будем сейчас на этом зацикливаться и наложим сюда легендарную пыльку. И этого хватит. Вы уберите все предметы из улучшений. А что не работает? На штаны, видимо, нельзя накладывать легендарные улучшения. А, ну, да, нельзя. Мне даже писали вот, администрация. Вот на ботинки можно легендарные. На грудь можно 2 легендарных улучшения наложить. На ботинки 1. Пружины 1. Они дают более высокий прыжок, как вы могли заметить. То есть я могу прыгать на 1.5, а то и даже... Нет, на 1.5 блока. Вот так работают... Вот так работает броня. Давайте теперь сделаем репорджи на остальные мечи. Также потом расскажу вам подробно о каждом мече. На меч нам выпало сопротивление 2. Это самая имбовая штука, которая только может выпасть. Это очень дикий меч. Давайте поможем еще один рефордж. То есть это дается защита 2 на мече. И вампиризм 2. Давайте мы сразу улучшим этот меч. И получается так, что вот манипулируя пыли улучшения и пыли легендарного слияния, можно сделать себе нереально имбовый меч, вампиризм 3, сопротивление 2. Также можно еще улучшить остальные мечи. Например, Экскальбур. Это на Ассасина. Давайте мы на него тоже наложим легендарную пыльку. Тоже у нас получится с нее. Так, интересно. Приспешник 2. Мы уже знаем, что это такое. Так, давайте мы уберем отсюда. Берем пыль расщепления, накладываем. То есть мы делаем топ мечи. Приспешник это плохой чар, поэтому его лучше снимать. Но можно и оставлять. Нахожу сюда легендарный. И у нас наложилось приспешник 1. Не повезло. Так, продолжим. Был рестарт сервера.
Давайте наложим на легендарную, ой, на обычный стилет. Это оружие на вампира. А потом покажу и расскажу о каждом мече. Ну, точнее, даже прочитаю. Выпало нам подарить, это очень жесткий чар. Как мы могли понять. Давайте проверим, как же наложится у нас обычные пыльки или нет. Я думаю, что нет, но это не важно. Вот у нас за довольно много так легендарных пылек получилось вот такие вот мечи. Броня, оживление 1.1 и ботинки на пружину. Мечи получились приспешные 2, вампиризм 3. Ну, вы можете почитать. Давайте расскажу про каждый меч и чарт, которые наложились. Меч разбойника — это очень любовый меч. Вы можете ударить человека и забрать 1% его денег. То есть у человека миллион, вы можете его ударить и получить 10 тысяч. То есть это имба довольно. А приспешник при ударе может вызвать моба, а вампиризм при ударе будет вас хилить. Топор берсерка может поджигать игрока, а также у вас огнестойкость. Приспешник призывает мобов, а запретили дает им вечную защиту 2. То есть это очень жесткий меч. Следующий меч — это секира. Она может кровотечение наложить, то есть снимать дополнительное хп. Вампиризм вас будет хилить, сила нападает вам силу 2 уровня. Уголек будет поджигать, а ускорение давать вам скорость. Меч для танка. Вы можете нанести ему сплэш урон. Ну, то есть просто вы можете ударить сразу человек 10. А за последние 2 он даст защиту и вампиризм даст отхил. Экскалибур, он добавляет просто 15% урона, то есть просто большой урон. А стиль дает вечный эффект скорости. А в чем прикол этих мечей классовых, что при апгрейде, давайте я покажу апгрейд, вы можете их апать до до алмазной ассорты О4. То есть на каждом мече есть ассорта 4. То есть это очень-очень жесткие мечи. Сначала он идет обычный, потом редкий, потом эпический, и потом уже идет легендарные вещи. Кстати, к сожалению, класса брони нету, то есть хоть это и классная броня, у нее нету особых бонусов. Вот такие вот рефоржи есть на режиме Prism Galaxy на сервере Redline. Они дают дичайшие бонусы. Без этих рефоржей вас убьет на самом деле почти каждый. А с этими рефоржами вы будете жить довольно долго. Вот такие вот получились у нас рефоржи. Если вам интересно прочитать про остальные рефоржи, то пишите вот такую команду FAQ. И вы можете здесь встретить, что это спешки, бустерблоков и все остальные. Они бывают и на броню, и на инструменты, и на все. Вы можете посмотреть, что они дают абсолютно все рефорджи. Их довольно много. Ну, а если вам понравился видосик, то поставьте лайк, подпишитесь. Ну, а с вами был Глэйфер. Всем удачи. Всем пока. На теперь мы переходим к итогам конкурса. А мы переходим к итогам конкурса. Берем, заходим в наш канал, берем ссылку на вас видос. Здесь уж 200 просмотров, нормально. Но участников мало, как здесь всего-то ракета разыгрывается. А шансы большие. Побеждает ли на Бикс, если у него, конечно, открыты подписки. Давайте проверим его подписки. Channels. У него открыты подписки, так что он не выиграл. Делаем рерол. Опер-топер. Открываем его канал. Смотрим его подписки. Они у него тоже скрыты. Он тоже не выиграл. Амик забив. У него подписки открыты. Давайте найдем себя в его подписках. Это будет довольно сложно. Но я думаю, найдем себя сейчас тут. Тем более у нас всего один победитель в этом ролике. Так что не надо лисать, будет 5000 каналов. Вот, он подписан. Берем его ник. Копируем. И куда-нибудь он запишем. Давайте его запишем в блокнотик со сценарием. Ну, вот такие вот дела. Всем пока.